Так, Сатурн, 20-е. Ребята, это ветер, ничего не сделал. Дрожания не уберу никак. Просто ветреная погода. 1,5 миллиарда километров до него сейчас. Удивительно, что навелся. Еще довольно светло. ИСО-400. Не стемнело еще. И небо, в общем-то, не так, чтобы... Не убегает. Не надо. Вот эти зумы. Zoom in, zoom out меня восхищают больше всего. Nikon Coolpix 5000 фотоаппарат. То есть, когда ты можешь на 1,5 миллиарда километров заглянуть вперед, а потом... сделать крупный план. Опа. Ладушки, пошли к Луне. Вон она, наша родненькая. Я, в общем-то, сейчас жду. А вон, кстати, Юпитер слева. Ну, давайте сейчас Луну. Тут уже надо убирать светочувствительность, потому что ISO 400 это уже перебор. Выдержку уменьшаю. Да что ж ты будешь делать? Потерял сноровку. Не было чистого неба очень долго. Ну вот 20 декабря, плюс 9 на термометре в Запорожской области. Сейчас. Возле города Орехов. Ну, ты представляешь, я что, в Луну уже не попадаю. Это... Я что, из России, что ли? Не, они попали в Луну, да? Луноходом. Или чем там они хотели попасть давеча. Ну все, отошел, пускай чуть-чуть она по кадру проплывет. Небо не до конца чистое. Я жду старлинков. И ветер не даст нам хорошо посмотреть. Ну давайте на линию терминатора. Быстренько пройдемся. О, смотри, какой шрамец знатный. Прямая линия. Редкий случай. Видно, по касательной что-то прошло, а такое редко бывает. Почему все кратеры круглые? Потому что пусть даже по касательной астероид встречается с поверхностью Луны на скорости такие, что он мгновенно превращается в мини-ядерную бомбу. А как вы понимаете, ядерной бомбе все равно в жидкую грязь она упала или на каменистую почву. Все это моментально становится... круглым кратером. Так, где наш Юпитер? Сейчас и спутнички посмотрим. Вон они, вижу уже. Да, что-то я вообще отвык.
Так, впереди Каллисто идет. Ну, вам, наверное, не видно его. Перед Юпитером Ио. Нет, Европа, по-моему. Это Галилеевы спутники Юпитера. Ну-ка я уменьшу. О, даже полосочки мы видим. Экваториальные полосы на Юпитере видно. Сообщаю вам, если вам не видно. Да, ну конечно, и небо нечистое, и ветер, и все дрожит. Но зуд у меня был такой поснимать. Сколько времени уже. Ладненько, ждем Старлинка. 20-е. 16:28. Через 10 минут. 20-е. Декабря 2023 год. Хочется на Луне закончить съемку. Ну, кадр я имею в виду. Уменьшаю выдержку. Ты же моя красавица. ИСО 400. Ну да, конечно, тут с ветром лучше не приближать на максимум. Но будем дорожать со страшной силой. ИСО 400, ручной фокус. Ручная фокусировка. Выдержка.